Владимиром Путиным восхищаются западные читатели. Ранее сообщалось о том, что рейтинг российского лидера стал резко расти с начала этого года и достиг своего пика в начале этого месяца. Сегодня же на страницах «Вашингтон-Пост» международный обозреватель Ишан Тарур поделился реакцией, которую получил на свой недавний материал, посвященный ситуации в Сирии. В статье, которая называлась «Был ли прав Путин?», журналист задал читателям вопрос, можно ли было избежать эскалации конфликта в Сирии и укрепления позиций исламистов, если бы в 2011-м Запад послушал российского президента и не стал бы помогать радикальной оппозиции. Автор получил почти 1000 комментариев со словами уважения и даже восхищения в адрес российского главы государства. Приведем лишь некоторые из них. Путин прав, а разве кто-то на земле может в этом сомневаться? Президент Путин очень умен и, более того, лучший лидер на планете, лучший правитель, которого я видел в своей жизни. Он настоящий мужчина, который умеет принимать решения и любит свою страну и ее жителей. Путин любит свою страну. Это сложно понять американцам, потому что нас учили ненавидеть свою родину. Россия хочет защищать свои границы. Россия платит по счетам, и там понимают, что благополучие страны рождают промышленность и торговля. Американцы полагают, что богатство появится, если брать кредиты и печатать деньги. Остается добавить, что в апреле этого года ведущая британская газета Independent, изучая общественное мнение, задала читателям вопрос: кто ваш любимый мировой лидер? 92% назвали фамилию российского президента. Барак Обама тогда получил всего 2% голосов, канцлер Германии Ангела Меркель 3%, а собственный премьер-министр Дэвид Кэмерон с трудом набрал 1% симпатий.